В этом году масленичная неделя начнется 11 марта, а завершится 17 числа. Проводы зимы традиционно пройдут на площади Куйбышева. Там оборудуют тематический комплекс. В центре установят куклу Маслену. Вокруг площадки для народных забав. Жители и гостей города ожидают гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами, бои на подушках. На месте катка разместится Центр народной культуры. Рядом площадка для игр в городки. Возле театра оперы и балета появится экран «Солнце», который будет транслировать творческие номера. На месте, где располагалась горка, будет сенный лабиринт. Эта забава очень полюбилась большинству детей нашего города. Туда же мы перенесем наши уже имеющиеся на балансе вот такие замечательные фигуры из сена, и коровы, и гуси, и куры. На территории усадьбы Деда Мороза откроется выставка лучших работ, представленных на конкурс «Самарская маслена. Гостья дорогая». Символ масленицы могут изготовить все желающие. Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 марта. В рамках года семьи предусмотрены отдельные призы за лучшие работы, изготовленные всей семьей, вместе с родными и близкими. Традиционно на площади Куйбышева будет работать город мастеров. Они приедут со всего региона и из соседних областей. Для детей организуют мастер-классы. На территории площади установят павильоны общепита. Перечни и меню реализуемой продукции установлены как в домиках, так и в НТО, будут оформлены в едином стиле в соответствии с дизайном тематического комплекса «Масленица». Цены останутся такими же, как и в период проведения новогодних праздников. Ассортимент реализуемой продукции будет дополнен готовыми блинами. В связи с мероприятиями планируют ограничить движение на участках улиц, прилегающих к площади Куйбышева. Вопрос прорабатывается совместно с ГИБДД. Проводы зимы пройдут также в парке Гагарина, на набережной, во внутригородских районах, в школах, в местных учреждениях культуры, во дворах. Задействуют также площадки, благоустроенные по национальному проекту «Жилье и городская среда». В тот же день в Самаре будут работать участки для голосования. Напомним, что выборы президента в этом году пройдут с 15 по 17 марта. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.